Коми дикие животные продолжают выходить к людям. Так в Сосногорске медведь заглянул на проходную одного из газоперерабатывающих предприятий. Непрошенного гостя не смогли отпугнуть даже сторожевые собаки. Косолапый попытался пройти через ворота, но не смог пролезть между прутьями. Видимо, кто-то слишком много ест. А в объектив жителя Печоры попала большая кошка с кисточками на ушах. Рысь прогуливалась недалеко от дач и никак не реагировала на оператора. Пошла рыська. Конечно, рысь – представитель семейства кошачьих, но на бесцеремонное кис-кис лесная красавица отзываться не стала, а предпочла ретироваться в сторону леса.